Вот уже 20 лет телевидение РУДН является неотъемлемой частью Российского университета дружбы народов. Приезжая в университет, студенческую телестудию невозможно обойти стороной. На этот раз познакомиться с историей создания ТВ РУДН и узнать основные направления его работы пришли юные воспитанницы пансиона Министерства обороны Российской Федерации, которые с удовольствием погрузились в рабочую телевизионную атмосферу. Была проведена прекрасная экскурсия. Лично мне очень понравилось то, что я услышала невероятное количество различных легенд, различных интересных фактов о университете, о истории его создания. Все мы были приятно поражены территорией и настроением людей, которые нас здесь встречали. И действительно, атмосфера здесь просто потрясающая, и я искренне рада, что мне удалось здесь побывать. Прекрасная экскурсия по телевидению РУДН, где мы смогли попробовать себя в роли дикторов телевизионного канала РУДН. Телевидение Российского университета дружбы народов было создано в 1995 году. Уникальность его заключалась в том, что с самого начала все видеоматериалы, с момента написания сценария, осуществления съемок и до выхода программы в эфир, создавались силами самих студентов. Сегодня ТВ РУДН – это активный творческий коллектив, в котором работают учащиеся различных факультетов и специальностей университета, и который всегда рад своим гостям. Александра Рыкова, Азим Шахриар, новости ТВ РУДН.